Еще раз всем привет, с вами Страйк и студия КСЛ ТВ. Мы продолжаем следить за матчами Фраг Байт Мастерс, группа Б. И на кону у нас встреча LDLC против команды Fnatic. Так, смотрим, что здесь происходит. LDLC выиграли Knife Round и будут начинать в защите. Итак, руку поменял, счет видно, все четко. Ничего уже нам не помешает смотреть эту встречу действительно с полным удовольствием, дабы вот не было никаких неприятностей. Ну вот не хочу на карте, давайте просто наблюдать за всем происходящим. Фу. Так, что можно сказать по поводу команды Fnatic? Ну вот у парней после победы на DreamHack был кое-какой спад, но в итоге вроде бы приходят потихонечку в чувство, готовятся. Вот так вот. Ну и, в принципе, все. We are waiting for the casters. Wife in... Ну вот, собственно, ответ на наш вопрос, когда же мы начнем. Кастеры готовы, лично я готов. Наверное, ждем еще какого-то буржуя. И после этого будем смотреть за, наверное, самым интересным матчем сегодняшнего вечера. Потому что в матче Клан Мистик против команды Энс было как-то, ну вот, слишком все предсказуемо. Я... был на 100% уверен, что мистики выиграют эту игру без особых проблем. Но финны, на самом деле, в первой половине поднапрягли французов. Счет, напомню, 9-6. Правда, взятый пистолетный. Блин, как стреляют громко эти АКМы. Меня аж глушит. Короче, поднапрягли нормально финны. Взятый пистолетный раунд. И я думал, что мистики могут... поплыть в какой-то момент, но потом все пошло по накатанной, и французы без особых проблем взяли победу, прошли по сетке виннеров дальше, ну и ждут победителя этой пары. А вот команда Энс будет наблюдать и смотреть за проигравшим. Так, стример are not ready yet. Ну вот, обманывают парни, потому что лично я готов. Давайте я, наверное, на секундочку свернусь. Юра, дай прицел. Парни, прицел. Супер. Настроечки, наверное, потом как-то скину вам. Сейчас этого делать не буду. Хотя можем, пока есть время. Продолжает консоль ебот говорить, что стримеры не готовы. Кастер soon ready, пишет консоль. Ну и, в принципе, это говорит о том, что вот-вот-вот начнется наша заруба. 25 раз сказали, что стримеры не готовы. Звук 004 сделай. Нет, друзья, 04 у нас звук по дефолту. Сейчас вот на микшере пытаюсь поднастроить еще звучание. Ну и, в принципе, вот так вот будет, я думаю, покомфортнее. Так, народ, вот я сделал вроде потише. Как у меня нормально слышно, как слышно у вас? Нужен ответ. Буду смотреть, что происходит, чат отвечал. Ну и надеюсь, сможем мы найти супер-супер звук, который устроит всех. Сделаю звук КС тише. Все нормально, сделали. Не паримся. Так, ну вот еще раз бот напоминает, что кастеры не готовы. Ну, а я вот так вот сделаю. И мы посмотрим, что же происходит у нас в конфе Фрагбайта. Вообще тишина. Как будто всех ветром сдуло. Ну и, собственно, ждем мы. Когда же кто-то из стримеров, походу, еще не готов? Ну, однозначно скажу, что это не я. Я готов. Готов на все 100. Ну и начинается у нас пистолеточка. Давайте смотреть. Так, Фнатики в атаке. Это интересно. С командой Титан было не просто в атаке, но Фнатики показали отличный Counter-Strike. Сыграли в ничью с Титанами в этом матче. Ну и как же будут играть против второй, наверное, французской команды? Хотя вот сейчас даже не знаю, кто второй, а кто третий. Клан Мистик или LDLC? Титаны однозначно первые, но вот здесь непонятно. Батфлешечку врыв на ковры, маньяк. Перестреляет ли GV? Нет, GV забирает. Вау, наверное, флешка плохая залетела к GV в ковры. Пронок забирает Апекса. Ну и, в принципе, да, Апленд защищается без проблем. GV просто сумасшедший эймер. В живых остается
Хэппи хотел сказать, но нет. Только-только Узи в живых, и Пронок сделает последний минус. Натик берут пистолетный раунд в атаке. Инферно. Вот не знаю, почему Инферно. Финны тоже играли с французами Инферно. Фнатики тоже хотят Инферно. Вау, ну... Зачастили с Инферно команды. Надеюсь, дальше будут карты поинтереснее. Ну, не то, что поинтереснее, а разнообразие какое-то у нас появится. Так, смотрим на карту, что происходит. Французы пока играют дефолтно. Никакого сверхъестественного нашифрованного раунда мы пока не увидим. Ну вот, будем смотреть вот за вот этим парнем. Почему-то верится мне, что именно Кьоли может начудить на эко-раунде своей команды и подраздать Фнатикам. Так, ну еще раз смотрим на карту. Пронокс, Флюш и Шнейдер будут заходить на одного Узи, который с P250 просто нырнул в фонтан и готов принимать выход на Б-плент. Ну вот к нему еще на помощь приходит Хэппи. Слишком долго, не то что долго, но очень аккуратно заходят Фнатики. Зачекали Хэппи в респауне, продолжают заходить Узи. Есть минус, Шнейдер упал. Что будет дальше? Вот уже это интересно. Ну вот видим. Еще два игрока команды Fnatic потихонечку. Ну думал, будут стягиваться на Б. Но нет, Кьоли. Выпад на главку под флешку. Кьоли проигрывает перестрелку GV. Попадает по нему несколько пуль. Но в принципе... Нет, не под GV. Попал. Вроде в Пронокс стрелял. Итак. Команда Fnatic оставила Флюшу на Б пленте. Будут заходить на А. На пленте. Вот такой вот парень стоит на машине. Маньяк будет поджимать по коврам. Апекс. Неудачный тайминг, но чудом уходит. Маньяк. Ну, в принципе, дальше комментарии излишние. Флюш словил игрока на Б-пленте. Заметили Апекса в больших песках. Ну и, в принципе, очень четко действуют Фнатики. Ну, посмотрите, 10 секунд до конца. Успеют ли поставить бомбу? Итак, 5, 4, 3, 2. Ну, JV опередил своих тиммейтов. Говорит, ребят, кулдаун. Не надо ставить бомбу. Все окей, я разбираюсь. И без вашей помощи. 6 фрагов за 2 раунда у JV. Ну вот, наверное, имеет зуб на команду LDLC. Итак, давайте посмотрим, что же такого покажет нам JV. Фнатики вчетвером на банан. JV на главочку. Втроем на банан, JV на главочку. Вот так вот. Распределились и будут ждать какой-то агрессии от команды LDLC. Ну... Французы все дефолтно играют точно так же, как и предыдущий раунд. 2 на Б, 3 на А. Ничего пока интересного не происходит. Ну и Фнатики точно так же дублируют раунд. Три игрока подходят на банан. Будут подлавливать здесь Узи и Хэппи. Кстати, Узи получил уже гранату. Отличные гранаты закинули Фнатики. Через текстурку залетела просто царская гранатка. Узи, ба-ба-ба-бах. Не сделал минус Узи. Флюша, Пронок сделает минуса. Хэппи постарается исправить эту ситуацию и забрать хоть кого-то. Ну, Флюшу забрал. Уже хорошо. Пошел дальше на Пронокса, но Пронокс такого не прощает. Маньяк. Попытка кого-то найти в дыму и видим... Ну, все. Тут третий раунд для Фнатиков однозначно. На эко, в принципе, никаких проблем не испытали. Вот за исключением того, что был пожар. Могли не успеть поставить бомбу и чудом проиграть. Предыдущий эко, в следующем все было спокойно. Потеряли только Флюшу, 3-0. Пока все очень даже уверенно. Кьоли, снайперская винтовка моментально залетает у французского игрока. Куда пойдет Кьоли со своим слонобоем? Где будет крушить команду Fnatic? Ну, очевидно, на главке. Давайте посмотрим за всем происходящим. Кьоли, бам-бам-бам. Попытка найти кого-то вслепую, упирается Кьоли. Нет, не будет у нас минуса на главке. Кьоли сразу же меняет позицию, перестраивается. Видим, Флюша один на банане, 4 игрока команды Fnatic будут заходить на главочку. Пронокс уже активно чекает главку. Кстати, странно, что не боятся Кьоли с АВП. Вот обычно вот в такой вот позиции снайпер должен стоять. Но очень глубокий дефенс у LDLC, Кьоли с АВП. В районе малых песков, ну вот раньше они так назывались, будем теперь говорить, наверное, библиотека, 15, как угодно, но песков там уже нет. Так, ну и Фнатики потихонечку. Оставили Шнейдера и GV на главке. Флюш, Пронокс, Дэвил Волк, вот такой вот состав игроков будет заходить на Б. Все это дело готов принимать Узи. Посмотрим, насколько он готов. Флешка в ответ. Будет ли агрессивный врыв? Ну, дальше все очень пока... Просто Флюша.
Так, ну УЗИ прочекали. Каким-то чудом успел забрать еще и Пронокса. Ну а дальше минус за минусом рассыпаются французские игроки. Очень четкий раунд получается у команды Fnatic. Шнейдер забирает маньяка. Кьёли один против троих. Бомба. Бомба у Флюши, бомба на Б в данный момент будет установлена. Да, прямо сейчас Кьёли, отличный хедшот. Минус Шнейдер, 2 в 1. Ну, не пойдет Кьёли. Всем понятно почему, наверное. 40 хп, АВП. Шансов маловато, тем более против тебя грозные Фнатики, которые вряд ли отдают такие вот клатч-раунды против снайпера. Ну и, в принципе, Кьёли также никто не даст. Точнее, спокойно дадут Кьёли засейвить. Хотя Дэвил Волк попытается найти французского снайпера, но времени, по идее, у него не хватит. Да. Дэвил Волк проверяет большие пески. Кьёли спокойно во вражеских коврах сейвит свою снайперскую винтовку. 4-0. Фнатики четко и хладнокровно берут раунд. На Б плоховато сыграла связочка УЗИ. УЗИ и кто-то Мэньяк, да, походу? На Б. Нет, Мэньяк на А. Хэппи, значит, на Б. Да, вот. Вот кто провалился у нас в предыдущем раунде. Так, ну нам надо смотреть за снайпером. Кьёли пытался кого-то найти на главке. Фнатики тем временем в очередной раз будут заходить на Б. Ну, а мы за этим посмотрим. Джейви минус УЗИ. Продолжают заходить Фнатики на Б. Хэппи забирает Дэвил Волка. На больше его не хватило. Джейви подловил Апекса в распауне. Маньяк постарается забрать Джейви. Но коллективными усилиями забирают Маньяка, Кьёли, минус Пронокс. 3 в 1. Кьёли попытается засейвить своего ВП, но не попадает. И JV моментально наказывает своего оппонента. 5-0. Пока как-то все очень просто для Фнатиков. Надо что-то менять. Надо навязывать французам свою игру в обороне. Пока видно, что все идет под дудку команды Fnatic. Напомню, одна французская команда уже находится, наверное, в финале виннеров и ждет победителя этой пары. Будет ли еще одна французская? Ну, что-то мало верится. Вряд ли LDLC смогут в атаке против Фнатиков набрать вот такое количество раундов. Дэвил Волк, отличный минус, подловил маньяка в коврах. Кьёли на главке, СВП попадает под JV, но не забирает француза. Флюш, минус УЗИ. Ну, опять-таки же, просто без шансов рассыпаются игроки команды LDLC. Фнатик беспрепятственно занимает бэплен, зажимают Хэппи и Кьёли просто с двух сторон. Ну, вот Хэппи один, кто постарается засейвить свой девайс. Не дадут этого сделать Фнатики, но вот какими потерями? Да, одной потерей. Шнейдер разобрал Хэппи, но Дэвил Волк тут как тут. 6-0. И не знаю, если так пойдет дальше, то, может быть, даже будет 15-0. Не хочется в это верить. Но все пока к этому идет. Форсбай от команды LDLC. 2 ФМОСа, 3 кольта. Вот такой вот арсенал девайсов на этот раунд у французов. Ну а Фнатики спокойно, хладнокровно продолжают набирать раунд за раундом в атаке. Так, автодиректор нам в помощь, дабы не было никаких приключений. Будем смотреть с помощью чудо-разработки от Volvo. Автодиректор, который должен находить самые сочные и красочные моменты. Итак, что у нас происходит в этом раунде? Как видим, Кьёли, Апекс, засада на главке. Постараются под шумок забирать Фнатиков. Ну и смотрим. Пошел выход. Шведы не пойдут. Не пойдут на А. Раскидали большие пески, и Пронокс в одиночку будет продвигаться по 7. Ну, а тем временем Флюша постарается зайти своими тиммейтами на БПМ. Пронокс подловил Апекса. Ну и посмотрите, Хэппи и УЗИ продолжают хладнокровно оставаться на Б-планте. Хэппи или УЗИ? Кто будет останавливать команду Фнатик? Джейви уже проходит респаун. Шнейдер минус УЗИ. Хэппи, ну, провальчиком попахивает для Хэппи. Все четко чекают Фнатики. Флюша забирает Хэппи. Маньяк и Кьёли вдвоем против четверых. Забрали все-таки Дэвил Волка. Но Кьёли. Есть второй минус. Шнейдер забирает Кьёли. Маньяк. Один против троих. Но посмотрите, по хелсбарам есть проблемы у Фнатиков. Флюш 8 хп. Пронокс 20. Ну и
полный Шнейдер. Бабах! Как раз таки Шнейдер сыграл ключевую роль в этом моменте. Забирает маньяка, 7-0. И, по идее, должен быть эко у французов. Или все-таки будут продолжать закупаться вот такими форсбаями. Хотя понимают, что ни к чему этому хорошему не приводит. Даже с АВП не могли парни взять полноценный раунд. Не удается вот французам сделать опенфраг. И это главная проблема сейчас команды LDLC. Так, ну надо что-то менять. Надо что-то менять. Потому что Будегора команда LDLC. Пацаны накупили себе уже стикеров. У Апекса отличный P250 со стикером команды LDLC. Ну кого же еще он мог наклеить себе на пистолет? Не Фнатик же. Так, есть open фраг. Флюша забирает. Вау, ну, супер момент. Автодиректор четкий парень. Пропустил два фрага на банане, но хоть Апекс на главке, посмотрим, как Живи забирает. Во-хо-хо, маньяк. Минус ДВВ, Прунокс разменял быстренько своего тиммейта. В живых остается только Кьоли, поджимает с банана, но Шнейдер все контролирует. 8-0. Без проблем. Первая половина однозначно за командой Fnatic. Остался вопрос только, с каким счетом все это дело закончится. Да, что-то французы не блещут. Я вот уже даже вижу недовольные лица людей, которые поставили на французскую команду. Ой, непросто сейчас сидеть им и переживать. Итак, наконец-то что-то решили предпринять французы, но видим, чем все это заканчивается. Кьоли, попытка подловить шведов на банане и... Разменом 2 в 1. Забрали Кьоли, забрали Узи. Разменяли на Пронокса, ну и тем временем Devil Walk свободно выходит по коврам. Маньяк, минус живи. Ой-ой-ой, маньяк, такого явно не ожидал, что Devil Walk будет уже на 7. Ну и что же, есть реальный шанс у команды LDLC вытащить этот раунд. Маньяк, минус Флюша. Просто развалили LDLC команду Fnatic. Потеряв двоих игроков, парни сумели перевернуть этот раунд. И этот раунд ознаменовался успехом, наконец-то успехом для команды из Франции. Нежданно-негаданно. С почином, ребята. Вот так вот, что могу сказать, Кьоли. Очередной раз с АВП. До этого не может что-то Кьоли войти в игровой ритм и показать действительно, на что способен. Знаем мы, как круто попадает этот парень, но пока что-то не идет. Итак, Фнатики. Ну, опять-таки, жмажет Кьоли с АВП. Дает о себе знать шведским игрокам. Ну и... Стоит отметить, что Фнатики все очень четко. Под флешечку дергают Кьоли. Но Кьоли забирает Живи. Будет перестреливаться дальше. Пронокс забирает Апекса. Ну вот Пронокс просто творит невероятные вещи. Шнейдер минус маньяк. И аплен зачищен. Только Хэппи, пришедший с хелпы и бэплента, сделал минус. Ну и как же дальше разыграют? Вот такой вот момент. Шведы. Смотрим. Шнейдер в дыму пытается найти Хэппи. Попадает по нему. Хэппи чудом остается красный. Залетает молотов. Хэппи сгорел. Нет, это прострел. Прострелил Devil Walk. В итоге один Узи против троих. Минус Шнейдер. 2 в 1. Но 10 хп у француза. И отдают раунд игроки команды LDLC. Не удается закрепить успех. И это чревато последствиями. Последствиями, конечно же, будут сливать. Но вот Узи все-таки... Словил здравый смысл, понимает, что 10 хп, 2 игрока команды Fnatic на А с поставленной бомбой. Попробуй их найди, кстати, как заняли позиции Флюша и Devil Walk. Ну, видим, все очень спокойно. Знают, что Узи ушел, не будут его искать, дадут спокойно засейвить. Ведь, в принципе, получается все очень просто. Закупаются французы или сливают, Фнатики только вот на каких-то ошибках могут пока проигрывать раунды. Так, ну вот, да, как раз то, о чем мы с вами говорили. Эко-раунд, но. Узи засейвил КМ, Апекс зачем-то взял ФАМАС. Неужто много денег у Апекса? Ну, давайте посмотрим. Да, 2000 осталось, при этом закупился Апекс. Так, выход на главку, под дымы Фнатики заходят. Апекс, попытка нашить в дым, маньяк, минус живи.
Дальше смотрим, что будет происходить. Ну, просто бесподобная игра от Фнатиков. Забомбили Апекса. Кьёль, ну, автодиректор. What the fuck? Шнейдер. Версус Узи на главке под флешку врывается. Забирает француза. Хэппи тем временем забрал где-то Пронокса. Ну и что будет делать дальше Хэппи? С массом, без дефузов. Бомба стоит. Два, опять-таки же, шведских игрока в пленте. И проблемы. Большие проблемы у французской команды. Ничего тут не поделает Хэппи. Постарается забрать девайс у команды Fnatic. Но это на самом деле бессмысленно. Потому что экономика шведской команды просто идеальная. Денег хватит, наверное, до конца раунда, если даже будет проигрывать все. Хэппи напоследок. Есть минус Флюша. 10-1. И да, Фнатики все-таки громят LDLC в первой половине. 10 в атаке. Ой, да, в атаке. Это очень-очень хороший результат. Так, вот еще одна попытка сыграть агрессивно на банане. Кьёль будет первый врываться. Но, как видим, Фнатиков здесь нет. И спокойно парни заходят на... А, Шнейдер, минус маньяк. Апекс, наконец-то удается Апексу забрать двоих игроков команды Фнатик. А, в численном преимуществе находятся игроки LDLC. Апекс есть третий минус в раунде. Забирает еще и Пронокса. Флюша и Шнейдер вдвоем против четверых. Бомба стоит. Ну и как же будут действовать горячие шведские парни? Коварный Шнейдер просто в дым заходит в нычку. Неужели не заметили Шнейдера? Нет, не заметили, это будет сюрприз. Нет, все четко, LDLC чекают. Флюша один против четверых, бомба стоит. Но французы просто со всех сторон. Флюша напоследок забирает Апекса, героя этого раунда. Благодаря именно этому парню LDLC берут второй в защите. Все начиналось очень печально, но Апекс просто красавчик. Три минуса в его исполнении и 10-2. LDLC постараются взять 5 в защите, но Фнатики, мне кажется, сделать этого не дадут. Так, давайте на карту смотреть и в очередной раз будем наблюдать, что же будут делать Фнатики. Занятие банана. Узи под флешечку врывается на Флюшу. Забирает Флюшу всех. Флюша и Бронкс. Минус Узи Кьёли. Просто царские фраги. Но мы, к сожалению, этого не видели. Но каким-то образом ситуация 2 в 2. Шнейдер устанавливает бомбу на Б-пленте. Апекс и Маньяк. Ну вот, Маньяк поспешил, но никого не насмешил. Огорчил только GV. Остается красный Шнейдер против двоих. Ну, только головошоты спасут Шнейдера. Забирает Маньяка. Но Апекс моментально разменивает своего тиммейта. И это третий раунд для LDLC. Ну вот, пока была изи-катка, но вроде бы французы под конец первой половины собрались. Но уже, по-моему, поздновато. Поздновато собрались у Кьёли. В очередной раз появляется АВП. Опять-таки же будут агрессивно играть на банане. Ну вот, по-моему, нашли сладкое место команды Fnatic. Надо давить банан, надо давить дугу. И только так. По-другому со шведами не получается. Так, маньяк. Что интересно нам покажет маньяк. Ну, вот такая вот засада у команды LDLC на главочке. Тем временем, что происходит у Кьёли? Кьёли пытается выцелить Флюшу в десяточке, но здесь дымок, и Флюша в дым пытается нашивать, и если бы нарандомил, было бы все очень плачевно для LDLC. Итак. Заход на главку от Фнатиков. Пока размен в пользу LDLC. Все очень четко. И Хэппи делает последний фраг. Забирает JV. Четвертый раунд для LDLC. Нас с вами ожидает последний раунд первой половины. Ну, как-то так. Фнатики что-то под конец то ли расслабились, то ли все-таки LDLC проанализировали игру своего соперника. Сделали правильные выводы, провели работу над ошибками и начали наконец-то набирать раунды в защите. Кьёли, очередная попытка отстрелить кого-то на банане. Чем же закончится на этот раз? Кьёли versus Шнейдер. Ну, падает француз. Хэппи. Вместе с Узи еще на банане. Ну и под флешечку запускал Узи, но Фнатики играют очень аккуратно.
Никуда не спешат парни. Реально, зачем торопиться? Отличная граната залетает. Узи прям под ноги. Тем временем JV забирает Апекса в коврах. Ну вот, не вадится все-таки дефенс французской команды. И куда же дальше пойдут Фнатики? Оставили одного хэппи на банане. Ситуация 3 в 4. Точнее, 3 в 5. Ой-ой-ой, как все плохо. Как все плохо. В DLC. Затишье на карте устроили Фнатики. Не спешат куда-либо заходить. Ну и вот если сейчас зачекают хэппи, а Фнатики будут чекать очень четко. Так просто вот спугнули хэппи одной гранатой. Ну и что же, давайте смотреть за Шнейдером. Шнейдер словил белого. Джейви минус маньяк. Узи забирает флюшу. Шнейдер, какой хэдшот в респаун. Ну и хэппи. Один на Б-пленте, но к нему так и не зайдут. Бедняга хэппи в последнем раунде в очень-очень непростой ситуации должен выбивать бомбу на пленте. Так, смотрим, что происходит у Фнатика. Что за позиция? Devil Волк в библиотеке. Ну вот, Devil Волк уже никуда не выпустит, но JV все-таки опередил своего тиммейта. Забирает хэппи. 11-4. Ну, разгромом это не назовешь, но очень комфортный счет для шведов в первой половине. И тем более вторая будет проходить в защите. Так что, в принципе, должна быть изи-катка для Фнатиков. И уже, я думаю, буквально через минут 15 будем наблюдать за матчем Фнатик против Клан Мистик. Кто там окажется сильнее? Ну, не знаю. У Мистиков действительно сейчас то ли подъем, то ли что-то просто непредсказуемое. Итак, заход на Б-плент. Как раз-таки эту точку решили укрепить Фнатики. Флюша забирает Узи. Devil Волк минус... Ну, просто рассыпаются французы и хэппи. Опять-таки же, один против четверых. Ну, Флюша бесподобно отыгрывает свою позицию. Три минуса в его исполнении. 12-4. Вот такой вот становится счет после взятого пистолетного раунда шведами. Ну и я думаю, что вопросы о том, кто станет победителем в этом матче, уже не актуальны. Воу-воу-воу, попроще говорит JV, забирая двоих игроков на ложном. Кьоли и Маньяк упали. Ну и что будет дальше? Позволит ли Фнатики сделать хотя бы минус на эко-раунде? Флюша в прыжке просто забирает Апекса. В живых остается только Узи. Где ты, Узи? Где ты, Узи? Говорят Фнатики и пытаются его найти. Под шумок. Итак, Узи, воу. Бёрстфайр в Шнейдера. Отлично попал, но не забрал. Шнейдер убегает. Все четко делает швед. Зачем ему отдаваться, лишний раз терять девайсы и огорчать своих фанатов. 13-4. Без потерь. Фнатики берут эко-раунд. LDLC просто ошарашены. И посмотрите, форсбай. Бомбу. Подожди, бомбовые вот они поставили в пистолетке. Да, рискуют. Рискуют французы, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Посмотрим, оправдан ли риск команды LDLC. JV на главочке. Закидывают отличную гранатку в десятку, но никого не надымажат. Так. Автодиректор. Ну, настал твой звездный час. Прояви себя и покажи нам что-то действительно интересное. Укрепление на Б-пленте от Фнатиков. Играют агрессивно. Под дымок. Занимают банан. Кьюли спалил девайс. Знают, что закупочка у французов. И теперь будут играть немного поаккуратнее. Итак. Супер засада. Пронокс начинает нашивать. Если пойдет дальше Пронокс. Devil Волк. Воу-воу-воу. Devil Волк. Три минуса. Рассыпались французы на Б-пленте тем временем. Упал JV на. Ну и что же будет делать дальше? Маньяк и Апекс. Вдвоем против троих. У Devil Волка проблемы с хелсбарами. Всего лишь 8 хп осталось. Но отпустили шведа с банана и будут вскрывать Апленд французские игроки. Так, Апекс все-таки одумался и пошел к своему тиммейту, но Флюша. Вот такая позиция у Флюша, и он все контролирует. Флюша забирает маньяка. Красный Апекс против троих. 24 секунды до конца, бомба в респауне. Это 14-й раунд для команды Фнатик.
Но Apex, по-моему, так не считает. Забирает Шнейдера, будет бороться. Будет бороться до последнего. Ставит бомбу на А. Ну, тут как тут флюша. И да, 14-й раунд берут Фнатики. Действительно, изи-катка получается для шведской команды. Подошли, я не знаю, ну вот на пике, наверное, концентрации. Четко отыграли все игровые моменты. Бесподобно. Первая половина. Четкие раунды в атаке. Ну и французы просто блекло выглядели на фоне шведской команды. Итак, очередной бай команды LDLC. Джеви, СВП, попытка открыть десятки, да, забирает Кьёли. Ну, Кьёли вообще сегодня игра не пошла, статистика Кьёли 8-2-16. Поджим банана, Пронокс вместе с Шнейдером. Ну, просто и со вкусом Фнатики разбираются с игроками команды LDLC. В живых Хэппи и Маньяк, опять-таки же 2 в 5. Просто беда-печаль, что делать французам, непонятно. Как выигрывать у таких Фнатиков, тоже непонятно. Ну, посмотрим, может все изменится. LDLC могут разыграться, знаем, что могут попадать плотно эти парни. Вау, Хэппи чуть не забрал Маньяка. Шнейдер минус Маньяк, Хэппи один против пятерых. Момент отчаяния для французского игрока. Понимает, что ничего уже не светит ему в этом раунде, но все-таки постарается выложиться на максимум. Бомба на главке, ее контролируют Фнатики перекрестным огнем, укрепление из троих игроков и... Так, даже... Нет, все, тут просто без шансов. Вау, ну, на прощание забрал Пронокса, 15-й раунд берут Фнатики. 11 матчпоинтов у шведов, бай на последние деньги у французов. По-моему, уже смирились парни и настраиваться надо на финскую команду, дабы бороться за выход из группы. Напомню, из группы выходят две команды. В группе у нас играется дабл. Дабл BO1. Как черкаются карты, к сожалению, я не знаю. Потому что в той конфе, которую меня добавили, абсолютно нет никакой информации. Даже IP на сервер приходится выпрашивать у Петра Милановича. Итак, что же, будут ли у нас... Просто сбросил с балкона Маньяка. Шнейдер перевернул того отличным хедшотом. Ну и open фраг опять-таки же в исполнении команды Fnatic. Apex минус Джимми на коврах. Бомба предательски упала в доме. И, в принципе, ее надо еще забрать. Интересно, знают об этом? Шнейдер и компания. Ну вот... Апексу все-таки беспрепятственно дают бумпленд. Шнейдер. Чек главки под флешку. Воу-воу-воу, говорит. Попроще, Хэппи, куда ты собрался? Бомбу положи. На банан не надо ходить. 3 в 3 ситуация. Фнатики под флешку врываются на Б. Пронокс зачекал. Забирает Узи. Кьёли. Достойный размен. 2 в 2. Продолжают... бороться LDLC за первый матчпоинт команды Fnatic. Не хотят его отдавать без боя. Ну и, наверное, Devil Walk. Или все-таки Кьёли? Кто кого? Швед или француз? Ну, Кьёли все-таки продавил Devil Walk, заставил того оттянуться и выиграл перестрелку. Флюша один против двоих. Но этот парень мастер клатч раундов, в принципе, как и любой игрок команды Fnatic. Знаем мы, как... плотно попадают вот эти вот шведские малыши. Ну и Флюша. Флюша, Флюша. Шведские малыши, они же чемпионы DreamHack, они же просто нереально крутые стрелки. Флюша забирает Апекса, знает, где находится Кьёли. У Кьёли 25 хп. Флюша... бабах! Да, 1 в 2, изи-катка. Фнатик выигрывают этот матч у команды LDLC за счетом 16-4. Мы отправляемся на рекламную паузу и вернемся. Вернемся на матч. На матч команды Энс против команды LDLC. Французы против финны. Опять-таки же, кто сильнее, Франция или Финляндия? Узнаем уже буквально через несколько минут.